Я не знаю, что говорить, когда нечего говорить. Махать знаешь, надо? Знаешь, что говорить, когда нечего говорить? Да. Террориста. Я вчера, мне кажется, старался ублажить богов. Я, правда, не знаю, какого я ублажил, жопа болит нереально совершенно. Мне кажется, на нас там кто-то смотрит. Вон он, вон сидит он, на диване слева. Мы у него как вообще как на предметном стекле. Да. Ну и он тоже. Юность мужает в борьбе. Мы лозунгом этим украсили зал в своем перспективным КБ. Добро пожаловать! Сейчас, подожди. Что ж ты приехал такой? Можно ли пузо? Вот ему, да. Ему? Английский друг, блядь. Просто пару раз. Здорово. Добрый каштата. О, дайте ему разницу, да, действительно. Дайте ему разницу, да. Без шапка. Подальше от кухни. Пиздюлка. Полный рот. От кухни подальше. Тихо, бери. Оторвешься. Игрушки разные. Вот это я не знаю, что... У кого камера отвалилась? Какой крепкий парень! Нет, ты не отвалился, знаешь, кого? У Антона. Парень ходил. Мочи его! Бля, афган, дешевай, блин! Прожорливый молчонка. Come on, baby! Я чипировали. Ну зачем? Ну уплотнение, чтобы произошло. Уплотнение внутренних органов. Ты готов? У меня уплотнение произошло. Дети мои. У нас видеорегистратор присутствует. Потом все, в суде все. Хорош драться со мной. Что ты? Ну мне, блядь, тень драться. Давайте выпьем за это. Да ладно. Руки летают. Тема, блядь. Олег. Голову. Погоди, погоди. А нефига, потому что в таких красивых палатках стоял. Я думаю, как-то так. Здесь какая она здоровая. А что ты делаешь? Я делаю барную стойку. Готово. А для кого? Или отважного, или... пьяного? Или, да, или неосмотрительного. Это уже зависит от ситуации. О, красиво. Главное, что все было красиво. И по-честному, знаешь. Что болит? У кого что болит? Минимальное движение для этого нужно производить. Блин, запотело, сволочь. Ну ладно, я думаю, что это исправится. Да. Мастер-класс. Это почти как янтарь. Так вот, с краплениями деревянных каких-то таких. Да. Ну, красиво же, согласитесь. Сейчас же не просто выпендриваться. Маленькое произведение искусства.
А что так? Да. Только не щать на меня, пожалуйста. Что-нибудь отрезать и положить. Слушай, на самом деле шампанское невероятно жжет кровь. Биологи. О, там женщина шевелится у меня в палате. Красиво? Ну, это сам факт того, что женщина шевелится в палате, это очень здорово. Может, да. Спасибо, не забудь сказать. Настроение отлично. Спасибо. Тянули тендер, сделали, то есть, ну, ночка будет. Нам нужна сумма. Назовем ее займ. Займ. Сумма или займ? Сумма или займ? Дула под ухо, все руки к стене, все молча лечь, ограбили линье, шумгам, ограбили линье, white hot, айс лед, горячий, как кровь, белый, как порох на воде, кассет мозгов на стене, размазанных, бэм-бэм, выстрелом буха, выстрелом брюха, разбитых кровь, нос, бровь, лицо, изуродован сам, изуродуем, все открывай, бахок, супер сейф, хардка сейф, в руки хард сейф, страхи, мраки, дикие мраки, голова. Холодные псы, вонючие баки. Сегодня ты король, твое призвание, царь. Шестерка, туз, валет, потом царь. Твой царь быков, я быдло моих царей. Я Маугли, великий повелитель зверей. Пей. Сначала бей, потом бей. Потом бей. Хук с правой, хук с левой. Не снимая кассета по башке ему левой. Там по затылку, по бочку, очкам жизни почку. Очка по бочку, по очку, с собаком, казаком. Бей, не робей, забей, убей, не робей, забей, убей, хоу. Не робей, забей, убей, хоу! Не робей, убей! Говоруны, гоу! Е-е-е! Говоруны, гоу! Говоруны, говори теперь с Амстердама, дамы, заложи еще планы, лжи, лжи! Ты сумела искать свой искусственный кайф, а дешевые травы ей вовы! Обвинили, посадили, изнасиловали, честь сапогами избили! Ну, хватит, ладно. Кстати, куда? Да, вообще, вот просто. Ты разверни камеру. Да, мы знаем. Да, ты меня поразило, замотка костей просто. Средством ни в коем случае. Это прохватно. Сейчас. Чик. Итак. На, довольно. Это я. Для прокуратуры достаточно. Для прокуратуры. Учитывая, взял искать и дерево ласку, я считаю, что должна забраться на дерево.
А ты видел, как мой папа провалился? Куда? Туда. Нет. Мы ему ловушку сделали. Ага, молодцы. Он так не рассказывает, Вере! Вера, бабочка упала! Что? Все, пути нет. Аврор, не трогай. Давай. Паркуй тебя, давай! Закат отлично сейчас, целый такой красный дарит. Я хочу сказать одну вторую. Мама, мы сразу посидим. Под жопу собака, да, мама не может. Пока! Дети на спине любят. Да, не успели. Пока-пока. Вы что, вы говорите? Пока. Вегетаги. Вегетаги. Вот он мне напоминает какой-нибудь там, я не знаю, съемку фильма, как он там, вот это вот, хоррор такой, на видеокамеру. То есть, типа, вот уплыли последние, и сейчас на острове наступит. Прям вот так. Доставай без углу большой.